Всем привет! Это снова я, как вы догадались. Вот. Так, сегодня у нас 1 ноября. Последний день осени, скажем так. 2012 года. Последний день, последний месяц осени, я же сказал. Есть хорошие новости. Да. Завтра я иду на собеседование в две фирмы. SRG Appraisal. Вот. И Neo Group, короче. Оценочные фирмы. Консалтинговые. Вот. На ассистента оценщика. Вот. Так. Ну, конечно, хотелось бы в Neo Group. Она на четвертом месте. На четвертом месте по рейтингу оценочных групп фирм. Вот. А SRG Appraise, это он на 16 месте. А Solid был на 28 месте. Так что такие дела. Вот, это главная новость сегодняшнего дня. Так, что у нас в течение дня произошло? Значит, у нас произошло утром. Пошел Solid. Думал писать бумаги, отдать пропуск. Но сказали, ожидайте, бухгалтера нет на месте. Я, короче, подождал до обеда, там порассылал резюме свое. Вот, бухгалтер не дождался, плюнул на все, ушел. Надо будет позвонить сами, думаю, да? Ну вот. Че значит? Пришел домой, позанимался в соло. Сейчас я уже на 74 уровне. Так, что потом? Потом великолепный век был. Ну, ошибка при загружении. А я откуда знаю? Вот. Потом был, была немножко Европа. Ну, на самом деле, ничего существенного. Там попробовал разные варианты. Надо более серьезно продумывать, короче, ход действий своих. Вот. Ну, что еще? Ошибка при загрузке данных. Блин, Таня, ну а я откуда знаю, что за загрузка, да? Вот, звонили сегодня, значит, тетке одной. Она сказала, что Маруся наша покрылась. Как у армии, да, или армии? Ну, а слово армия? Не. Не, арни. Арми там, по-моему, было. Ну, допустим. Арни ее, короче, отшпилил по полной программе. Сорвал, скажем так, целочку. Вот. Будем надеяться, что удачно будет. В общем, завтра планируем забирать ее. Вот. Что у нас еще интересно? У тебя интернет тупорылый. У меня интернет тупорылый. В принципе, это все новости на самом деле. Всем пока. Arrivederci.